Всем привет! Наконец-то дождался посылочку. Шла она 28 дней, как говорит приложение Почта России. Но на самом деле она уже так идет очень долго. Значит, заказал я ее 12 сентября. Сегодня у нас 19 октября. Вот, считайте сами. Где-то пять недель, в общем, месяц и неделя. Так, в общем, заказывал койлы. Три-кор Fused Clapton, 10 штук, 0,31 Ома. Так, значит, на момент покупки я заплатил 201 рубль. Сейчас стоит 197. Ну, так, немного подешевел. $2 оценили, что-то тут ничего не понятно. Mechanical parts. Короче, как-то так. Давайте откроем и посмотрим. Действительно там пришло то, что заказывал. Игрушка какая-то. Блин, я думал, конечно, коробочка будет побольше. Все, ничего там нету больше. Вот такая железная баночка. Да, все правильно. Три-кор Fused Clapton. Никель 80. Специально взял с нержавейки, чтобы жидкости бывают такие коррозионные, от которых намотка вступает, в общем, в реакцию, и жидкость потом, если стоит там день, на следующий день уже такие разводы от нее идут. 0,31 ома. Что-то здесь 3,28 га, 36 га, 10 штук. Ну, в общем, вот так вот все выглядит. Ну, ссылку оставлю в описании. Давайте посмотрим. О, у нас что? Фига себе, баночка даже с закруткой. То есть крышка. Ну да, баночка. И вот. Все это вот так вот выглядит. Блин, плохо. Я выключил подсветку. Сейчас включу. Во. Вот так все это выглядит. В общем. Давайте посчитаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Так, ну, довольно-таки аккуратненько все сделано. Даже можно будет подмотать еще один. Так, вот так все вот аккуратненько сделано. Можно будет подмотать еще один, если слишком будет длинно. А здесь у нас сколько в данный момент получается? Раз, два, три, четыре. Четыре полных витка, да? О, оборот. Вот. Ну, что ж. Давайте сейчас попробую в баке заменить спиральку. Наверное, буду менять вот в этом баке. Бачок это Serpent Mini. И посмотрим, какое будет сопротивление уже по итогу. Ну, а пока пауза. Итак, в общем, поставил я данную спиральку на базу, и после прожига на ней получилось 0,43 Ома. О, при 30 ваттах. Вот сколько там, 8
8,4 ампера. Ну, все нормально, она вот работает, раскаляется. Не очень, конечно, равномерно, но я думаю, данное деяние лично у меня, потому что у меня плохо поджимает почему-то винт, видать, уже сносился. И сильнее его никак не поджать, с одной стороны, на базе. Ну, в общем, так как-то в целом довольно нормально. Попользуюсь. Время придет. Расскажу, как оно будет далее. Так, в такую именно базу пришлось концы загнуть немного, сделать вертикально, а не параллельно намотки. Вот, и в целом вроде все нормально. 43 Ома при заявленных 31. Вот, как говорится, 0,1 Ом, вернее 0,01 в плюсе. Ну да, 0,42, 0,41. Ну, возможно, когда вату поставлю, еще, может быть, немножко упадет. Может, будет 0,38 где-то. Только, может, и не будет, но... В общем, сказывается на то, что не будет падать. Сопротивление останется на том же уровне. Все, ссылки оставлю в описании. Смотрите, там очень много разного сопротивления, разных намоток, сечений, в общем, на любой вкус и цвет. Все нормально, все приходит. Ну, конечно, да, месяц придется подождать. Ну, вот и именно в моем случае. Куда-то придет, может, быстрее, куда-то медленнее. Ну, как-то так. Но с кэшбэками, ссылки в описании, которые будут, еще можно сэкономить какую-то копейку, там, несколько рублей. Но можно вернуть и выйти еще дешевле. Ну все, всем пока, удачи.